Собственно говоря, мы и приехали. Через буквально 5-10 минут должно начаться шоу. Ну что же, я уже очень сильно с нетерпением жду этого. Подойдем поближе, посмотрим, что там есть. Не знаю, короче, как вам, ребят, но мне уже нравится картинка. Погнали смотреть, что там. Похоже на то, что здесь ребята, ну, не на один день однозначно разложились. Вон у нас и касса. Что я хочу сказать? Значит, шоу было реально очень крутое, реально классное. Мне очень сильно понравилось. Билет взрослый человек стоит, значит, 12 евро, дети 8 евро. На самой шоуке продают очень много всяких сувениров, шариков, я не знаю, там, попкормы, сладкие ваты. Прокатиться на машине можно, тоже за деньги, соответственно. Потом я сделал себе вот такую вот фотографию, где я, значит, цена была 5 евро за фоточку. Ну, я считаю, это того стоило. Вообще, на самом деле, реально очень классно, очень прикольно, эмоционально довольно. Видно, что ребята постарались и сделали настоящее шоу. Поэтому, если это будет где-то в вашем городе, например, они сейчас дальше едут в Тренчин, тоже на 3 дня. Если будет это в вашем городе, я
искренне рекомендую посетить как бы это мероприятие. Длится это около часа. Шикарное шоу. Как бы всем рекомендую. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока.